Здравствуйте, друзья мои. Рада всех очень сильно видеть. Как и обещала, как и обещала ранее, покажу вам, как сделать блеск изнутри. Мерцание изнутри. Расскажите, как у вас дела? Так, по поводу... Давайте сначала по делу. Первое дело это такое, что сегодня я и моя мама идем на первое интервью к Марии Кахно. Я тоже по вам соскучилась. Всем привет! Как вам моя футболочка? Какая же ты красивая и милая. Большое спасибо. Я беру вот эту штуку, она мне не нравится. Но зачем такие вареники колоть? Это только начало. Продолжение следует. Так, тут по делам пишут, не знаю, ладно, сейчас попозже тебе отвечу. Блин, или подождете, мне надо ответить быстро, или попозже. Ну ладно, давайте попозже, блин, я все-таки редко выхожу в эфир, поэтому давайте уже с вами разберемся, и позже я буду отвечать. Значит, сегодня первое интервью у Марии Кахно, где она будет задавать мне вопросы, которые, естественно, вы напишите в комментариях, в вопросниках, поэтому переходите, если у вас есть какие-то вопросы для меня, для моей мамы, можете их задать, и мы ответим честно и правдиво. Момент второй. Второго момента не будет. О, Лера, рада, что смогла зайти к Мэричке. Анечка, что за Лера? Значит, сейчас на моем лице нет ни капли мейка, кроме блеска для губ. Что я делаю в первый момент? Первый момент, я у меня просто косметика все в разных местах. Первый момент я наношу на силиконовой основе на силиконовой основе я наношу, как это называется, мам? А? Как называется, что под макияж кладут? Базу. Точно. Хотела взять у мамы часы, но они мне большие, очень классные. Девочка-подписчица твоя, которая переживала за то, что не могла смотреть себя. Аня, ты откуда это знаешь? Мама, открой, пожалуйста, окно. В следующий момент мы берем жидкий хайлайтер. Скажи девчонкам, скоро будет люксовая косметика. Да. Ну, когда она придет, я все обязательно... Да, кстати, у меня сейчас будет поставка люксовой косметики оригинальной, чему я очень сильно рада. Вы знаете, как я люблю косметику, как я люблю краситься. И мы будем с новыми силами по новой вести... Вот мой маникюр. По новой вести эфиры. Я буду делать четкий обзор на люксовую косметику. И это что-то невероятное. Значит, в моем случае у меня хайлайтер Лилу. Можете купить в торговых центрах. Мэри, какой увлажняющий крем у тебя? У меня утром я нанесла масло от Рише. Но не советую вам часто им пользоваться. Но, в принципе, мне подходит. Советую вам корейские крема. Принципиально не отвечаешь, где шрам на лбу. Кто знает, откуда у меня шрам на лбу? Дорогие друзья. Думаю, многие знают. Кто помнит, тот и молодец. Давайте проверим. Так, нанесли жидкий хайлайтер. Значит, сегодня я поеду еще к своей подруге Славе. Сегодня у меня две съемки. Еще днем будет съемка. Смотрите, сегодня будет интересный день. Вечером я еду к своей подруге Славе. У нее было недавно день рождения, и я ей дарю на день рождения блендер. И я думаю, эта штука очень классная, и мы хотим приготовить в нем что-нибудь в прямом эфире, потому что в нем можно и супы. И мы решили правильно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. И будем вам советовать вкусные рецептики. Где научилась краситься? Не знаю, как-то смотрела бьюти-блогеров давно, в подростковом периоде, и смотрела, как они красятся. Научилась. Мам, включи, пожалуйста, какую-нибудь классную песню. Вообще не рекомендую брюнеткам наносить на свою кожу такой светлый хайлайтер, потому что от него остается как будто фингал под глазом. Но мы на все это дело будем наносить сверху тон, поэтому... Видите, как бы у меня такие пятна сейчас, но это все разойдется.
Какой фирму блендер купила? Я вам покажу обязательно блендер, потому что нереально. Вот хочу ей подарить сегодня этот блендер. И мне самой интересно, если ей понравится, то я думаю, я себе тоже такой закажу. Но я просто редко бываю дома, поэтому не знаю, как-то не особо готовлю дома. Так рада тебя видеть, большое спасибо. Неправда про брюнеток. Почему неправда? Ну, правда, я вам говорю, что белый хайлайтер брюнеткам не подходит, остается как синяк под глазом. Нет, я не курю. Иногда только покуриваю. Мам, не сочиняй. Почему руками? Потому что у меня на силиконовой основе, и получается такая, знаете, текстура очень-очень как по маслу, и руками очень круто прибивать, потому что кисточкой это все уйдет полосками. Нужно чувствовать эти текстуры. Как называется покраска? Покраска называется только у Мэри Кулешовой. Вот так вот. У тебя 10 Макс, который вышел в Россию. Что это? 10. А, телефон, да, у меня 10. Подожди, нет, у меня не 10, у меня 10 маме отдала, у меня новый, как он называется, не знаю. Ты красивая без мейка, я вообще королева красоты, но чуть-чуть надо себя подкорректировать. Можно увидеть твою маму, мне будет приятно познакомиться. Мам, ты хочешь выйти на общение? Я тебе ничего не скажу, если ты не будешь со мной ругаться. Ты мне тоже много чего можешь сказать. Покажи, как покрасили. Ну, я вам позже покажу, кстати. Я думаю, что для вас будет интересен конкурс на бесплатное окрашивание, на счастье для волос и на... 53-е место, это будет 50% на любую услугу у Армине. Поэтому скоро я объявлю конкурс, и думаю, условия будут очень простые. Я почему-то не могу разговаривать, я так давно не была в эфире неделю, что у меня просто язык заплетается. Ты королева, узкоглазая и толстожопая. Ты что, как вы мои сочные ягодицы можете назвать меня толстожопой? Ну вы с ума сошли. Сейчас я позову свою маму, она будет за меня заступаться. Брюнетка, и тебе было лучше, эффектней. Ну, что-то я совсем решила заделаться в европейку, видимо. Не знаю, может, у меня комплексы, что я тут полностью себя уже перекрасила, губы накачала, грудь сделала. Откуда ты родом? Почему гивы не устраиваешь? Значит, наносим тональный крем наверх этого всего. Похлопывающими движениями. Вот так мазать не надо, потому что все наше сияние смоется. Анютка, я тоже соскучилась. Давай быстрее вези мне второй наушник. Мяня подарит наушник AirPods, потому что я свой потеряла. Вы спрашиваете, откуда у тебя то, откуда у тебя это, откуда у тебя деньги? Все подруги. Как можно быть такой красоткой с прекрасной попой? Большое спасибо. Заткнись! Так, я тебя блокирую, гадюка маленькая. Выйти с тобой в прямой эфир. Поболтаю. Всех хейтеров прямой эфир, чтобы они все сказали, все недовольство, что у них накипело. Посмотрите, как получается. Вы видите это сияние? Короче, она не присоединяется. Вы видите это сияние? Идеальное просто. Можно чуть-чуть вот сюда еще добавить побольше, чтобы было. Вот я считаю, что вот после вот такого макияжа можно уже, в принципе, идти гулять. Уже можно все. Уже макияж готов. Подкорректировать чуть-чуть брови и нанести блеск. Что со звуком? Меня не слышно? Гадюка маленькая, ага. Посмотрите. Благородное, идеальное, профессиональное сияние. Так,
Почему ногти отстригла острые, которые были? Я всегда ходила с длиннющими острыми когтями, что если на меня нападение, то я цепляюсь людям в глаза. Шутка. Нет, не поэтому. Я была 2 месяца в Азии, и думаю, вы знаете о том, что бьюти-индустрия там совершенно не развита. И они, в принципе, бы ничего не смогли сделать с моими ногтями. Они не смогли бы сделать мне качественную коррекцию. Что за звук? Меня не слышно? Я сама с собой разговариваю. Реально, крем тон 11. Сейчас меня лучше слышно? Скажите, пожалуйста. Ау! Вы меня слышите? Друзья мои. Хорошо слышно. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, давайте я перезайду в эфир. Кто-то пишет слышно, кто-то пишет плохо слышно. Кто-то пишет заткнись. Ой, я не хочу эфир, я хочу тебя заблокировать. Все, всех блокируем. Давайте я перезайду и начну заново вести эфир. И мама как раз подключится. Слышно, слышно, звук пропадает с видео. Мам, тебя все зовут в эфир. Иди поздоровайся. Пошла? Да. Здрасте, ребятки. Это что, я такие румяны, что ли? Здравствуйте, дорогие ребята. Все отлично, слышно. Мне нужно сниматься в кино, да, в каком я? Да, так что... Здрасте. Перезайди тебе, ребят. Перезайди, да. Красивая. Красивая мама, перезайди. Ладно, давай сейчас я перезайду.